чуть-чуть, и наша основная как бы задача — это только пройти приемку. То есть если там буквально там ты не левой кнопкой мышки кликнул, а правой, и там все сломалось, это не важно. Как бы у нас подписан там акт приемки, и все, и к нам вопросов нет. Такое тоже бывает. И смотрите, опять-таки получается ситуация, что совсем не баги являются самым ярким показателем эффективности работы твоей команды. А бывает еще иначе. Здесь я сделал вырезку из Agile Manifesto 2.0. Пожалуйста, если те, кто увлекаются Agile, обратите внимание, это не 1.0, которая версия 2000 года, а последняя доработанная. Там существует 4 основные ценности, по которым работает Agile команда. Я проговорю, что это командная ответственность важнее каких-то индивидуальных скиллов, развитие партнерских отношений важнее вот этих всех контрактных обязательств перед заказчиком, опять-таки готовность к изменениям, то есть заранее подготовка системы к реакции на какие-то проблемы намного важнее скорости реакции. И мне кажется, еще самый важный пункт, это особенно для тестировщика в Agile проектах, это бизнес-ценность важнее рабочего продукта.